Итак, космонавты в роли отыгрывающихся находятся. Посмотрим, к чему приведет перестановки в составе, о них мы тоже поговорим. Шанс, атакующий потенциал у этих игроков есть. Тем временем контратака Сокола по флангу. Заброс, Малыгин выходит, но подстраховывает его Новиков. Удар головой и... И 0-2. Господа, если вы пропустили начало трансляции, не знаю, там наливали себе чаек, заваривали, допустим, доширак или подкрывали чипсики, то не удивляйтесь, счет на табло правильный 0-2, 7-я минута, Сокол впереди. Смотрим футбол дальше.